Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Роман, и сегодня мы поговорим о важном, даже об очень важном. Говорить будем о натуральном природном продукте, который показал высокую эффективность в укреплении и модулировании иммунитета человека. Это коровье молозиво, то есть первое настоящее коровье молоко. Оно вырабатывается всего несколько часов после рождения теленка, специально, чтобы снабдить новорожденного всем необходимым для закладки прочного фундамента его иммунитету. Целебные свойства молозива известны человечеству с глубокой древности. Научно доказано, что коровье молозиво, которое очень близко по составу и свойствам к человеческому, является прекрасным натуральным источником всех необходимых компонентов для восстановления, поддержания и активации ослабленной иммунной системы. Одной и очень важной функцией организма, без которой невозможна жизнь, является защитная функция – иммунитет. Иммунная система поддерживает постоянство внутренней среды, устраняет чужеродное воздействие инфекционных возбудителей от больных, бактерий, вирусов, грибков, химических веществ, состарившихся и аномальных клеток различных органов нашего тела. Именно благодаря наличию иммунитета организм справляется с заболеваниями и выздоравливает. Слово «иммунитет» произошло от латинского «immunis». Его значение еще до нашей эры медики понимали как «находящийся под хорошей защитой» или «устойчивый к заразной болезни». Другими словами, иммунитет – это невосприимчивость организма к инфекциям, способность удалять из организма любой чужеродный материал – бактерии, вирусы, нетипичные, а также опухолевые клетки. Что может предложить медицина для укрепления иммунитета? В настоящее время применяются следующие группы препаратов, имеющих воздействие на иммунитет. Иммуностимуляторы – препараты, стимулирующие иммунитет. Иммуносупрессоры – препараты, подавляющие иммунитет. В большинстве случаев эффективность этих средств не подтверждена клинически, либо они имеют множество противопоказаний. Также имеются иммуномодуляторы – вещества, обладающие выборочной активностью. По мере необходимости либо стимулируют, либо подавляют иммунитет. Что может быть необходимо, когда при некоторых состояниях организм начинает работать не против внешних врагов, а против себя самого. Молозиво, а на латыни колострум, это один из наиболее сильных и хорошо изученных натуральных иммуномодуляторов с доказанным действием. По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время до 50-70% людей имеют нарушение иммунитета. К факторам, снижающим иммунитет человека, относятся неправильное питание, стресс, плохая экология, вредные привычки, спиртное и курение. Бесконтрольный прием антибиотиков и антигрибковых препаратов, переутомление и недосыпание, а также возраст, высший риск в период активного роста в детском возрасте и в пожилом возрасте. Колострум – это комплексный препарат, имеющий иммуномодулирующее действие, созданный на основе коровьего молозива. Препарат является продуктом немецкой компании LR, которая занимается производством и распространением различных натуральных биологических добавок для укрепления здоровья и улучшения самочувствия людей. Думаю, будет излишним долгий рассказ о том, насколько немецкое качество ценится в мире и отлично себя зарекомендовало на протяжении многих лет. Колострум LR выпускается в трех видах – в жидком, в капсулах и в виде жемчужин, которые расфасованы по баночкам. Является единственным продуктом из коровьего молозива, который имеет сертификат качества Института Фризениус. Почитайте о данном институте в интернете, и вы поймете, насколько авторитетный этот научный исследовательский центр. Преимуществами колострума от LR является то, что он предназначен для употребления человеком. Получают его исключительно от коров, которых разводят в Германии, Австрии и Швейцарии. LR использует только излишки молозива, выделяемого в течение 12 часов жизни теленка, так как все ингредиенты в нем содержатся в наиболее высокой концентрации. Запатентованная щадящая технология холодного производства обеспечивает максимальную концентрацию полезных веществ. При производстве капсул Colostrum Compact используется технология щадящей сушки вымораживанием. Производство и тщательная обработка готового продукта исключительно в Германии. Тщательный контроль качества, контроль происхождения плюс постоянный анализ ингредиентов в готовом продукте. 100% натуральный продукт, без химических добавок и консервантов. Колострум от LR имеет сильнейшие иммуномодулирующие свойства и особо воздействует на организм при состояниях иммунодефицита и при аутоиммунных состояниях. Проявляющиеся иммунорегулирующие свойства позволяют оказывать омолаживающие и регенеративные воздействия на человеческий организм. В молозиве содержится множество биологически активных веществ, отсутствующих в молоке и не обнаруженных ни в одном другом продукте. Колострум рекомендуют применять в случаях общего оздоровительного эффекта для иммунной системы.
для восстановления работы кишечника и желудка. Отмечают способность препарата восстанавливать и обновлять клетки головного мозга, благотворно влиять на нервную систему, улучшать эмоциональный тонус, повышать работоспособность. Колострум способен защищать организм от различных инфекций и заболеваний сердечно-сосудистой системы, пищеварительной системы, при диабете, при аллергиях, восстанавливать клетки печени, заживлять раны и ожоги за более короткое время, а также очищать организм и замедлять процессы старения. Данный препарат имеет очень широкий спектр действия. Его рекомендовано применять при сердечно-сосудистых заболеваниях, аутоиммунных нарушениях, эндокринных, инфекционных болезнях, при онкологии, а также первичных и вторичных иммунодефицитах. Колострум рекомендуется детям и взрослым, как источник веществ для поддержания иммунитета. Он признан уникальным концентратом иммуноактивных факторов и питательных веществ, оказывающих общеукрепляющее действие на организм. Данные препараты имеют особый состав, в который входят различные уникальные компоненты. К ним относятся белки, защищающие организм человека от различных чужеродных элементов, бактерий, вирусов, плесеней, имеющие название иммуноглобулины, носители иммунной информации, молекулы-трансфер-факторы, обучающие организм бороться с поражающими его инфекциями. Лактоферин – антивирусный, антибактериальный элемент, имеющий антиоксидантные свойства. Цитокины, способные активизировать синтез иммуноглобулинов и укреплять иммунитет, а также обладающие противовоспалительными и противоопухолевыми функциями. Интерлейкин – элемент, отвечающий за защиту организма от всевозможных воспалительных процессов. Эндорфины – призванные защищать организм от стресса. Факторы роста, от которых зависит правильный рост и развитие детей, а также возобновление тканей и замедление процессов старения организма. Аминокислоты – своеобразный строительный материал для белковых структур и мышечных волокон. Нуклеотиды – участвующие в синтезе ДНК, развитии и обновлении клеток организма. В него входит комплекс важнейших витаминов, необходимых для работы всех систем организма человека. КоферментQ10, который эффективен в комплексной терапии сердечной недостаточности, стенокардии, нарушении ритма, атеросклерозе, гипертонии и других сердечно-сосудистых проблемах, а также много других полезных питательных элементов. Колострум очень хорошо сочетается с другими препаратами ЛР. Они гармонично взаимодополняют друг друга и эффективно решают проблемы, которые возникают у людей в различных системах организма. Эти комплексы показывают высокую результативность, особенно у тех людей, которые четко следуют рекомендациям консультантов ЛР. ЛР сотрудничает с ведущими научными институтами и учеными Европы. Эти люди ежедневно проводят важнейшие исследования и составляют новейшие формулы, чтобы дать людям лучший, максимально доступный по цене и качественный продукт, улучшающий их здоровье. Обратитесь к тому человеку, кто скинул вам данное видео, и узнайте, каким образом вы можете существенно улучшить свое самочувствие и состояние здоровья своих близких, правильно использовав потенциал этих препаратов. Ведь здоровье – это самый важный ресурс, который помогает человеку жить, созидать и планировать будущее. Будьте здоровы, друзья, живите долго и приносите пользу окружающему вас миру.